Ну, фотку как все время. Я снимала на той. В том году. А в этом году я еще не снимала. Блин, идешь тут. Мешаешь мне. А что дорогу снимать? Как я иду. Тут поснимаю. Если что, он меня возил, я еще с ребенком был, а там сосед. Ой, молодой лес, все растет. Это, наверное, лет 20 пройти должно, чтобы он вырос. Да, Жень? Угу. Уже довольно большой. Когда-нибудь будет как те деревья. Три богатыря, да, Жень? Да. Тут как раз низинка. Какой запах, какие ароматы. Вот тут, смотри, тоже молодой лес. Смотри-ка, лес молодой вырос, Жень. А был особо незаметно несколько лет назад. Они как-то маленькие были. А вон шалфей. И как-то мы его там не заметили. Какие запахи цветов. Мы не будем покупать нас много. Да, не будем. А, тут смотри, деревья зиму не пережили, что-то заболели. Сзади нас, что ли? Маленький шалфейка. Ну вот еще одна. Перекресток дороги. Цветочки желтых сколько. Статуя здесь такая. Красивая стоит. Питомник здесь. Сейчас я буду поливать. А там лягушки как раз. Что уж ты. Мусор не забудьте свернуться, чтобы я это выбросил. Все забрали, мою кружку забрали.
Ой, господи. Съела. Сидел так долго, думал, есть у них. Понятно. Тебе тащит. Надо там что-то она высохла. Что, ее не сожжешь. Ну давай, спасибо, спасибо. Она пока сырая, она не будет сжечься, гореть. Она должна тебе ребенок помог. Спасибо, спасибо, Дима. Спасибо, тебе баба сказала, спасибо. А ты скажи, пожалуйста. Ага, смотри, да-да, собери их. Не-не, это другая. Дим, Дима, надо, вот. Надо, Дима занимается, да, делами. Что ты будешь с них делать? Что ты будешь с них делать? Зажимы это, зажимы. Зажимы, да? Ты куда пошел? Там чужая. Чужая уже дача. Ты будешь камни собирать там? Ой, мусор какой-то принес. Вова, и зачем залазишь на стул? Надо попой садиться, а не обувью. Дима. Сейчас все посыпется. И сиди спокойно. Перебирай, посчитай их. 1, 2, 3. Один, два, три.